Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белашева. Смертельная погоня в Харькове. Могли ли полицейские предотвратить кровавое ДТП? Транзитные войны. Сколько теряют украинские автоперевозчики от автоблокады? Автобан на бумаге. Как в Николаевской области пропадают километры трасс госназначения. Британский покер. Почему Шотландия хочет выйти из состава Объединенного Королевства и остаться при этом в ЕС? Полицейское преследование снова закончилось трагедией в Харькове. В результате погони водитель автомобиля не справился с управлением, влетел в столб и погиб на месте. Могли ли полицейские предотвратить аварию и соблюдали ли они процедуру задержания, выясняла Лидия Калинина. По словам полицейских, все началось здесь, километрах в двух от места аварии. Прохожие якобы их увидели, двух молодых людей, которые выходили из магазина и были настолько пьяны, что даже на ногах не держались. Они сели в машину, выскочили на Московский проспект и уехали, а люди сообщили об этом полиции. Патруль оказался рядом и сразу выехал за нарушителями. По громкоговорителю требовали остановиться. По требованию полицейских водитель не остановился, а увеличил скоростной режим. Скоростной режим превышал более 150 км в час по городу. Погоня была недолгой. Водитель выехал на мост и там потерял управление. Тойота на большой скорости врезалась в бордюр. От удара отскочила, прокатилась десяток метров по щебню на трамвайных путях и протаранила фонарный столб. Здесь и остановилась. Удар был настолько сильный, что кузов буквально развалился на части. Вылетели даже двигатель и коробка передач. Радиатор, смотри, что осталось. Да, радиатор. От удара сработали все подушки безопасности, но помочь они, увы, не смогли. И водитель, и пассажир вылетели на дорогу. 26-летний парень, который был за рулем, погиб на месте. 25-летнего пассажира увезли на скорой. Сейчас он в коме. По загиблому призначена экспертиза. Буде встановлено, в якому стані знаходився водій на момент скоєння даної дорожньо-транспортної пригоди. По пасажиру вже є інформація з медичного закладу, куди він був доправлений, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Кроме того, следователи назначили ще несколько експертиз, щоб определить, з якою скоростю їхав водитель. Проверити то, наскільки правильно в даній ситуації дійствували самі патрульні. Лідія Клініна, Олександр Яновський. Подробності телеканал «Інтер», Харків. Премьер и министр внутренних дел сегодня были в Харькове. О последней ночной погоне полицейских за «Тойотой Камри» со смертельным исходом ни Арсений Яценюк, ни Арсен Аваков не сказали ни слова. Зато активно комментировали киевскую погоню полицейских за БМВ. Мы за то, чтобы каждый полицейский отвечал по закону. Но мы против системной кампании, которая развернута против новой патрульной полиции. И будем защищать всех в межах закона. Уряд наполягає на незалежному, політично незаангажованому, чесному і прозорому розслідуванню по відношенню до українського поліцейського, який виконував свій обов'язок. В Харьков глава МВД и премьер приехали, чтобы презентовать новые полицейские группы оперативного реагирования. Теперь такие будут работать не только в городе, но и в области. Прибывать на место происшествия они должны в течение 20 минут. Полицейским вручили ключи от новых машин и планшеты, чтобы они могли пользоваться данными полиции в онлайн-режиме. Правда, прежде будущие члены мобильных групп, а это бывшие участковые, должны пройти переаттестацию и освоить новую технику. Транзитные войны. Чем недовольны украинские дальнобойщики? Сегодня они пришли к Андрею Пивоварскому, министру инфраструктуры, поскольку требовали встречи лично с ним. Вышел ли к ним чиновник и какие к нему претензии у перевозчиков, расскажет Олег Решетняк. У стен Министерства инфраструктуры с самого утра 100 дальнобойщиков и перевозчиков. Требование одно – поговорить с главой ведомства о проблемах, которые возникли в транспортной сфере. Шановные пане министры, вас чекают перевозчики международные из всей Украины. Долго ждать не пришлось. Через минут 10 Андрей Пивоварский спустился к митингующим. Мета – разблокировать, скажем, все дороги и работать в режиме транзита, как это было до, скажем, до этого года. Украинские перевозчики уже которую неделю сидят без работы. Ну, хотя бы, чтобы наше керівництво трошки нас почуло, наши эти проблемы, и почало чем-то заниматься своими прямыми обов'язками. Эта история началась с транзитного противостояния России и Польши еще 1 февраля нынешнего года. Тогда Варшава и Москва между собой не договорились о продлении транзитного договора.
Польша полностью остановила автосообщение между странами. Российские перевозчики были вынуждены искать свой чумацкий шлях на украинских дорогах, но активисты перекрыли путь фурам с российскими номерами. В ответ официальная Москва закрыла границы для украинских перевозчиков. А это значит, что, например, в Финляндию или в Казахстан путь закрыт. Россия оказалась фактически изолирована от европейского рынка, но ненадолго. В прошлую пятницу Варшава и Москва все-таки договорились. Правда, цены на транзит через Польшу значительно выросли. Но лед тронулся только для российских фур. Украинские водители по-прежнему сидят без работы и ждут, когда же власти договорятся. Ну, вот у меня ребята, харьковчане, производят продукцию. Им нужно везти на Туркменистан. Кроме украинского перевозчика, туда мало кто поедет. Страдает наш производитель. Не платятся налоги, теряются рабочие места. Мои водители без работы. На производстве в Харькове ребята без работы. Кому это выгодно? Я не понимаю. Перевозчики давно торговые санкции приняли как данность, но транзитную блокаду терпеть не собираются. Глава Ассоциации международных перевозок настаивает, если в ближайшее время не договориться, Украина останется ни с чем. Конкуренты по транзиту поджимают по всем фронтам. Цей рынок сьогодні забере Польща, Прибалтика, Білорусь уже сьогодні заходить. І ми взагалі поставимо машини і будемо чекати чогось. А люди остануться без заробітної плати, а сім'ї без харчування. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський вислушав мітингуючих і пообіцяв уже в ближайші дні уладити ситуацію. Наразі ми пришвидшуємо процес переговорний для того, щоб якомога більше транзиту залишилося на території України. Від транзиту ми отримуємо гроші, які потім йдуть на ремонт доріг. Недополучить не только Укравтодор на ремонт дорог, но и вся экономика в целом. Сколько же стоит один день простоя? Вот как на этот вопрос ответил министр. Наразі важко зараз сказати, які втрати фінансові, а більше репутаційні втрати, як країни-транзитера. А вот експерти точно знають, українські компанії теряють 10 мільйонів гривень ежедневно. Но от блокади страждає вся економіка. Потери экономики от того, что затруднен экспорт в страны Средней Азии и в Финляндию, исчисляются 5 миллионами долларов в день. То есть суммарно за год, если ситуация такая продлится, украинская экономика не досчитается экспорта на 2 миллиарда долларов. Когда же точно министр уладит этот вопрос, еще не ясно. Дальнобойщики пока верят на слово. Олег Решетняк, Геннадий Никиенко. Подробности, телеканал Интер. Автобан на бумаге. В Николаевской области катастрофическая ситуация с трассами госзначения. Они разбиты настолько, что по сути существуют лишь на картах. На чем реально можно передвигаться по николаевским дорогам и кто в ответе за этот ремонтный беспредел, выяснял Кирилл Ющишин. Я раньше до Миколаева добирался за час, час, два, два, десять. Це днем, если, а если ночью, душа тяжелее. Андрей живет в селе Островское под Николаевом, зарабатывает на перевозке. На старом газике доставляет овощи и зерно в областной центр. Говорит, трасса пришла в негодность еще 5 лет назад. С тех пор, после каждого дождя, количество ям и ухабов растет. Остатки асфальта просто расползаются. Дорога настолько разбита, что пройтись пешком можно быстрее, чем доехать на грузовике. Недавно жители окрестных сел взбунтовались и перекрыли дорогу. Потребовали от властей немедленно починить трассу. Из района прислали бульдозер. Вчера они засыпали, ну, это только клаптики, на том все. А далее страшное и военное, там вроде танки, вот, после полигона. Дорожники засыпали одну большую яму смесью из глины и щебня. На этом ремонт закончился. В областном подразделении службы автодорог с нами наотрез отказались общаться. Дальше приемной не пустили. Ну, мне сказали, что не хотят общаться. Николаевские общественники говорят, бюджетных средств, которые выделяют на ремонт дорог, хватает только на такие косметические ремонты. И это не решает проблему. Эти дороги, повторяю, по большому... Ну... По идее, нужно просто закрыть. Нужно понимать, что когда вы просите восстановить дорогу, которой уже нет, то это деньги на ветер. Трассу между двумя областными центрами – Николаевом и Кировоградом – в Министерстве инфраструктуры обещают капитально отремонтировать уже не первый год.
Последний раз в 2015-м клятвенно заверяли, мол, построим с нуля новую бетонную магистраль, как только кредит получим. По поводу бетонной дороги на Кировоград под кредитные средства Мирового банка. Хочу, чтобы все понимали, что деньги зайдут только в конце этого года, и работы реальные над дорогой, то есть уже начнется какое-то строительство дороги весной 2017 года. Между нами пропасть в год и дорог, которых нет. Общая протяженность разбитых дорог в Николаевской области составляет более 200 километров. Жители сел вдоль этих трасс уже не верят обещаниям властей. Говорят, вызывая скорую или пожарных, сразу просят их ехать не по дороге, а напрямую по накатанной поле колее. Так быстрее. Даже не знаешь, куда ее переехать. Сплошные ямы. Уже дуже давно. И никто ей ничего не будет делать. Ну, я сегодня уже сказал, что не сделаю дороги. Завтра жители собираются перекрыть трассу под Николаевом. Говорят, других способов повлиять на чиновников у них не осталось. Кирилл Ющишин, Богдан Ивнов. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Сегодня последний день визита в Украину главных дипломатов Германии и Франции. Франк-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эро. Чего ожидают министры иностранных дел? К чему категорически не готов Киев? И что в Украине вызывает наибольшую обеспокоенность Европы? О встрече глав трех МИДов расскажет Ольга Рыцарь. Они прилетели в Киев на два дня. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эро. Вчера беседовали с премьером, а после этого с президентом Украины. Разговаривали за закрытыми дверями. После никаких заявлений. А сегодня, после встречи с главным дипломатом Украины Павлом Климкиным, вышли на итоговую пресс-конференцию. Заявление номер один. Европа пристально следит за политической ситуацией в Украине. Нестабильная ситуация в Украине на прошлой неделе вызвала беспокойство в Европе. Это те сигналы, которые поступают в мире, на которые необходимо реагировать. Речь идет о том, что члены правительства и президент должны все же общаться таким образом, чтобы реформы в Украине продолжались. Глава МИД Германии уверен, Украине нужна стратегия, которая исключит коррупцию, а также поможет наладить отношения с МВФ. Берлин может помочь Киеву, готов и с фондом разговаривать, и консультации проводить в Украине. Но утром реформы, а вечером деньги. Мы продолжаем поддерживать Украину, и именно поэтому сегодня в Киеве. Но еще надо сделать очень многое, и для этого необходимо правительство, которое может идти вперед и брать на себя обязательства, но не менее важен достойный и эффективный парламент. Ключевое требование дипломатов Киева – это законодательная подготовка к проведению выборов на Донбассе. Этот вопрос может быть окончательно решен 3 марта в Париже, надеется глава МИД Германии. В Париже, думаю, будут слушать не только министров иностранных дел, но всех людей в Украине, Европе и мире, которые надеются на успех. Мы не можем согласиться с тем, что нарушается перемирие на Донбассе. Надеюсь, что в Париже мы достигнем необходимых компромиссов и сможем преодолеть все рвы, которые нас разделяют. Только когда жители Донбасса, я подкреслю, саме Донбасса, смогут во время свободных и честных выборов высловитись и доверить свою долю, власне, будущее Донбассу, представникам самого Донбассу, а не тем, кто сейчас шляхом допомоги с боку России під час фейковых выборов находится у влади. Только тогда у нас есть шанс на реализацию Минска. Сами министры надеются во время встречи нормандской четверки в Париже найти компромисс. А накануне призвали Москву заставить сепаратистов уйти из Донбасса. Ольга Рыцарь, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. На сегодняшний день из плена террористов освобождены 3008 человек. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. В неволе все еще остается около 130 человек. В субботу, напомню, освободили четверых украинских военнослужащих. Двое из этих бойцов буквально только что наконец-то добрались домой в родной Днепропетровск. Как встречали бывших пленных, расскажет Наталья Грищенко. Она с нами на связи. Наташа, здравствуй, тебе слово. Ну, в Днепропетровске буквально 15 минут назад наконец встретили двух освобожденных из плена украинских бойцов. Это 22-летний Александр Макух, он боец 40-го батальона территориальной обороны. И Вадим Кирпиченко, ему 25 лет, он боец 53-й отдельной механизированной бригады. Чтобы дождаться ребят, первыми встретить их здесь, под стенами обладминистрации, порядка 2-3 часов ждали несколько десятков обычных горожан. Они принесли цветы и воздушные шары. Ну и, конечно, здесь были родственники бойцов.
считали минуты буквально для того, чтобы его встретить. Ура, наконец-то этот день свершился, наконец-то мой брат будет дома. Вот я с такими мыслями проснулась. История освобожденных бойцов, они действительно поражают. Александр Макух попал в плен к боевикам под Дебальцевым и в плену провел, вот вы только вдумайтесь в эту цифру, 1 год 14 дней. Тогда сепаратистски настроенные СМИ буквально раструбили о том, что отряд, в котором находился Саша, якобы добровольно сдался в плен. Конечно, это было не так. Ребята отстреливались до последнего и чудом остались живы. А вот Вадим Кирпиченко, он попал в плен под Новотроицким и в плену провел 195 дней. Оба бойца, не сговариваясь, говорят, что на самом деле в плену очень много раз прощались с жизнью и не верили на самом деле, что вернутся домой живыми. Родные поддерживали, знали, что родные борются. Ну, не могли их подвести, то есть держались как могли. Что было самое сложное? Самое сложное – дождаться даты неизвестной, это обмен. Наконец-то дома. Радость переполняет. Я не верил, что я еду домой. Ну, действительно, ребята находятся до сих пор в состоянии такого легкого шока. Они не могут поверить, что оказались здесь, в родном Днепропетровске. В интервью они не очень многословные, не скрывают, что поскорее хотят вернуться домой к своим семьям. Студия. Спасибо, Наташа. Наталья Грищенко из Днепропетровска, где сегодня встречали двоих освобожденных из плена бойцов. Взрывы и стрельба не утихают в районе Донецкого аэропорта. Здесь значительно усилился снайперский огонь по позициям наших военных. О чем рассказывают бойцы? На передовой сегодня работал Геннадий Вивденко. В районе Донецкого аэропорта бойцы находятся под круглосуточными обстрелами. Обострилась настоящая снайперская война. Сейчас, по свидетельствам бойцов, этот участок фронта стал своеобразным полигоном для обучения пророссийских боевиков. Снайпера работают с хорошей техникой, скорее всего, импортного производства, то есть даже не российского. Ну, сейчас в таком плане. То есть снайперский огонь сейчас пока самый вредный. Приезжають дуже багато, видно, російських військових, які приїжджають потренуватися. Або, як кажуть, відточувати свої навики. Того, что дилетант так не может працювати. Наши военные отмечают, боевики используют новейшие российские военные разработки, которые проходят своеобразную обкатку на украинской территории. Всякие новые минометы, какое-то новое оружие, которое ну, уже больше оно сделано. Так что просто мы не чуем, где оно, а уже только чем прилет. Гепарди запрещенный, не запрещенный. То есть все, что есть, оно летит. А так, держимся. Во время нашего пребывания в районе Песок, Водяного и Опытного постоянно раздавались звуки выстрелов гранатометов, стрелкового вооружения. Стрелкотня продолжается постоянно. Провоцируют нас постоянно, по великому рахунку. Використовывают РПГ, СПГ, последним часом ПТУР, досить прицельный вогонь ведут. Но благо у нас особовий склад уже досвідчений, слава Богу, без втрат. В районе Донецкого аэропорта за вчерашние сутки было 1,5 десятка обстрелов и больше 10 уже сегодня днем. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Громкое убийство в Луганской области. Накануне ночью во внутреннем дворе мэрии Старобельска, где нет камер видеонаблюдения, сторож во время обхода обнаружил тело мэра города Владимира Живаги. Как оказалось, градоначальника убили 2 выстрелами, один из которых был контрольным в голову. При вскрытии обнаружили 2 пули калибра 9 мм. Напомню, на должность городского головы Живаго баллотировался от партии «Наш край». Также он был директором регионального сельхозпредприятия. И вот какие версии убийства у полиции спустя сутки. Зокрема, розглядаються такі версії, як вбивство через господарську діяльність, як вбивство через політичну діяльність. Справа внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікована за частиною першої статті 115 «Умисне вбивство». Шотландия грозит отделиться от Великобритании. Большой бизнес пугает безработицы, а премьер Кэмерон стращает прыжком в неизвестность. Чем еще запугивают британцев, чтобы те остались в евросемье? Подробнее об английском шантаже Светлана Чернецкая из Лондона.
У британцев день начался с угроз и запугивания. В утренней газете «Таймс» опубликовали коллективное письмо 200 крупных компаний. Основной месседж – сила денежного знака. В обращении говорится о рисках выхода страны из Евросоюза. Мол, это поставит под угрозу рабочие места, инвестиции и экономику Великобритании в целом. Среди подписантов – руководители аэропортов Хитроу и Гатвик, мобильный оператор «Водафон» и другие. Текст послания составили на Даунинг-стрит 10, и, конечно же, это не совпадение, что обнародовали его именно сегодня, когда премьер начал свой национальный тур с призывом голосовать за то, чтобы Лондон остался в Европе. 3 миллиона рабочих мест зависят от нашей торговли с Европой. Конечно, не все эти рабочие места исчезнут, если мы уйдем из Европейского Союза. Мы продолжим торговать с ними, но, положа руку на сердце, можем ли мы быть уверены, что все эти рабочие места будут защищены и не лишатся нынешних преимуществ, если мы окажемся по другую сторону Евросоюза? Кроме того, после вчерашних высказываний мэра Лондона о необходимости выхода страны из евросемьи, курс британского фунта стерлингов испытал рекордное за последние 7 лет падение. Страсти накаляются и в парламенте. Депутаты от шотландской национальной партии грозятся вообще выйти из состава Великобритании, если страна решит покинуть Европу. Общественное мнение в Шотландии большинством поддерживает членство в Европейском Союзе. Я хочу, чтобы Шотландия и остальная часть Великобритании оставалась в ЕС. И если на референдуме проголосуют за выход из ЕС, уверен, что шотландцы будут требовать референдум о независимости Шотландии. Мы намерены защищать наше место в Европе. Но главная интрига сохраняется в правительстве Кэмерона. Оно поделилось на сторонников и противников Европы. И вопрос, волнующий многих, смогут ли соперники адекватно и слаженно работать на благо страны. Среди тех, кто отвернулся от Кэмерона, министры юстиции, по делам труда и пенсий и культуры. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала «Интер». И вслед за Великобританией о своих планах выхода из ЕС заявляет Чехия. Об этом предупреждает чешский премьер Богуслав Соботка. По его словам, если Лондон примет подобное решение, это вызовет дебаты и в его стране. Тут же активизируются радикальные организации и евроскептики. Соботка подчеркивает, выход из Союза ударит по чешской экономике и безопасности. После этого страна попадет под влияние России. Сирийский режим тишины. США и Россия согласовали план прекращения огня на Ближнем Востоке. С ним согласны и воюющие стороны, президент Башар Асад и вооруженная оппозиция. В чем заключается этот план и насколько велики шансы на его реализацию? Об этом наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Режим прекращения огня должен начать действовать в Сирии 27 февраля. Первоначальные условия перемирия согласовали в Мюнхене почти 2 недели назад на встрече так называемой международной группы поддержки Сирии. Россия и США сопредседатели в этом формате, и накануне президенты двух стран в телефонном режиме договорились о деталях. Российские и американские военные совместно на картах определят территории, на которых действуют такие группировки. Против них боевые операции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, российских вооруженных сил и возглавляемой США коалиции вестись не будут. Впрочем, это не означает, что в Сирии прекращаются боевые действия. Террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» не являются участниками соглашения о прекращении огня и по ним продолжат наносить удары. С условиями перемирия согласился и официальный Дамаск, и сирийские вооруженные оппозиционеры, но последние выдвигают свои требования. Сирийская армия должна прекратить авиационные и артиллерийские обстрелы, а также снять осаду с 18 районов, которые контролирует оппозиция. В Вашингтоне признают перемирие хрупкое. Выполнение условий перемирия не будет простым. Нас ждет много препятствий и преград. Но все эти годы мы пытались найти политическое решение конфликта. И сейчас есть возможность это сделать. Обеспокоенность сирийской оппозиции, в частности, вызывает то, что ее позиции находятся слишком близко с позициями террористов. А потому оппозиционеры по-прежнему могут стать жертвой ударов российской авиации по Исламскому государству. Как бы то ни было, международное сообщество мирный план по Сирии приветствует. Генеральный секретарь полагает, что соглашение, если оно будет выполняться, станет серьезным шагом вперед и демонстрирует готовность группы поддержки Сирии влиять на противоборствующие стороны, чтобы прекратить кровопролитие. Эксперты в США оценивают предстоящее перемирие осторожно. Говорят, первые несколько дней покажут, насколько оно долговечно. Тихон Дзитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер».
Закрыть тюрьму в Гуантанамо требует от Конгресса США президент Барак Обама. Соответствующий план в Конгресс уже внесло американское министерство обороны. Сам Обама сегодня выступил со специальным заявлением по этому поводу. Было очевидно, что тюрьма в Гуантанамо не укрепляет, а только подрывает безопасность США. Она контрпродуктивна в борьбе с террористами, отвлекает значительные военные силы и финансовые ресурсы, а террористы используют ее в качестве пропагандистского инструмента для вербовки новых сторонников. План, который представил Обама, предполагает перевод террористов, которые сейчас находятся в Гуантанамо, в тюрьмы на территории США и за пределами страны. Сейчас там содержится 91 заключенный. 35 человек предполагают перевести в американские тюрьмы уже в этом году. Закрытие Гуантанамо позволит сократить ежегодные расходы американского бюджета на сумму до 85 миллионов долларов. Напомню, закрыть эту тюрьму Барак Обама обещал еще 7 лет назад. Однако тогда конгрессмены выступили против. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Тыловой бой. У кого ветераны-афганцы вынуждены отвоевывать свои права на землю? Дама сдавала в багаж. Что еще авиапассажирам запретят брать в полет? Мучные тыщи. Кому предназначались контрабанды и деньги, которые пограничники обнаружили в продуктовых пакетах? Тыловые войны. Очередной скандал с обманом участников боевых действий. В Ужгороде в прошлом году афганцам выделили земельные участки, но бойцы рано обрадовались. У кого ветеранам приходится отвоевывать права на землю? Марина Коваль разбиралась в махинациях. В этом микрорайоне Ужгорода получили участки 240 ветеранов афганской войны. Решение принимали депутаты горсовета в апреле прошлого года. Афганцы заказали план отвода участков. Это обошлось им в более чем 300 тысяч гривен. И уже собирались оформлять право собственности. Но в мэрии вдруг заявили, не положено. Все были узгоджено. Тими посадовими особами. Просто немає того списка тих посадових осіб, які в цьому приймали рішення. А зараз виявляється, що нам дали... В санитарной зоне? Оказалось, участки выделили в санитарной зоне очистных сооружений. Как так получилось и почему чиновники вспомнили об этом спустя 11 месяцев? С вопросами активисты пошли к ответственному чиновнику горсовета. Мы ориентировались уже на цей генплан. Он уже давно был разработан, эти внесены изменения, потому что мы бачили попередньо, что зона велика, и мы не сможем тут ділянки выделять. Тому мы звернулися в институт, что институт разработал нам эти изменения. Он разработал. Але не затверджено це ще. Но афганцы подозревают, их попросту пытаются обмануть. Ведь в зоне очистных сооружений рядом с их участками уже построены частные дома и даже многоэтажка. Я думаю, что они хотели между собой это все якось разделить. Вы хлопцам давайте там решение цей. А они через пару месяцев все успокоят, и мы решение отменим, и все будет нормально. Но мы, на жаль, тут теперь уже назад дороги нема. Бывшие военные обратились в прокуратуру, и там уже обнаружили нарушения в действиях чиновников горсовета. Достоверно знаю, что часть выделенных земельных ділянок находится в межі охоронной зоны очистных споруд, надали дозвіл на розробку проекту землеустрою. В подальшому цими ж службовими особами незаконно відмовлено цим пільговим категоріям громадян у отриманні погодження на проекти землеустрою. В мерії просять афганців успокоїтися і обіцяють, земля буде. Якщо все ж таки нам не вдасться вирішити в нормативному полі питання щодо санітарної зони, очевидно, що тим людям, які попали в межі цієї зони, ми будемо вишукувати можливість надання земельних ділянок в іншому рівнозначному місці. Если же в скором времени участки не найдутся, они готовы воевать. В этот раз с городскими чиновниками. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. А в Одессе местные жители продолжают сражаться с Минюстом. Яблоко раздора санаторий Лермонтовский в центре города. Почему ведомство считает его своей собственностью? И есть ли у одесситов шансы отстоять парк у моря? Подробнее Андрей Анастасов. Звучит сирена, а значит, снова пришли судебные исполнители, и сотрудникам Лермонтовского нужно оставить на время пациентов, взять в руки плакаты и держать оборону. В таком режиме санаторий уже больше года, с тех пор, как правительство передало учреждение Министерству юстиции, хотя по документам оно принадлежит предприятию Укрпрофздравница. Врачи говорят, кому-то в Киеве просто приглянулся земельный участок.
лакомый кусок земли в центре города, 10 гектаров. Сами понимаете, имея примеры других санаториев, что там с ними сделали, мы просто практически уверены, что так и с нами поступят. Поддержать медика вышли и горожане, и пациенты, пенсионеры, малоимущие, участники АТО и вынужденные переселенцы. Ярослав Семененко из Донецка. Не раз мы рассказывали о нем в эфире. Парень, у которого нет обеих рук, постоянно завоевывает для Украины медали на паралимпийских соревнованиях по плаванию. Вот уже полтора года Ярослав живет и лечится в Лермонтовском, готовится к следующему турниру. Здесь богатых людей нету. Все практически, ну я бы так сказал, бедные люди. И если у них сейчас это забрать, они не смогут ни лечиться, ни проходить ни сохранение ребенка, ни реабилитация там после инфарктов. Юристы санатория говорят, возникла правовая коллизия. Один суд принял решение выселить Лермонтовские занимаемых помещений в пользу Минюста. Другой регистрацию за Минюстом права собственности на Лермонтовский отменил. Но, тем не менее, Министерство юстиции продолжает настаивать на выселении санатория. И, к сожалению, эти попытки не прекращаются. Сегодня судебные исполнители заходить внутрь не стали. Передали уведомление о выселении почтовым письмом. А за комментариями отправили непосредственно в министерство. Там категоричны. Будут стоять на своем. Я маю надію, що ті особи, які тримаються незаконно за цей об'єкт, незаконно тримаються за цей об'єкт. Тому що всі рішення судів, всі рішення компетентних органів підтверджують, що цей об'єкт є об'єктом державної власності. Їм вистачить свідомості і відповідальності не допустити будь-яких провокацій. Іншими словами, конфлікт, очевидно, буде тільки усугублятися, а робота санаторія, якщо його все ж виселять, неминуемо остановиться. Ежегодно лечение здесь проходят тысячи пациентов со всей Украины, большинство из них – льготники и социально незащищенные граждане. Андрей Анастасов, Ольга Клюева, Игорь Миханошин. Подробности телеканал «Интер», Одесса. Перенести политическую столицу Украины в Канев предлагает оппозиционное правительство. А еще сделать двухпалатный парламент, назвать его Национальной ассамблеей, в которой будут заседать в общем 185 депутатов, и поручить именно им выбирать президента и генерального прокурора. Функции Кабмина ограничить, местным органам самоуправления максимум полномочий, прокуратуре единственную функцию – поддержку гособвинения в судах. И все это прописать в новой конституции. Сегодня оппозиционное правительство презентовало собственный проект основного закона страны. Но перед тем, как внести его в Раду, намерена провести всенародное обсуждение с привлечением общественности и экспертов. Парламент, по нашему мнению, должен состоять из двух палат. Верхней палаты, то есть палаты представителей, и нижней палаты депутатов, состоящие из 150 депутатов, которые представляют политические партии нашей страны, так как в основу новой конституции ложится децентрализация, то функции кабинета министров достаточно ограничены. Местные советы будут распоряжаться 70-80% национального бюджета. Будем настаивать на унитарной модели развития с широчайшими полномочиями местных советов в форме парламентской республики с единым государственным языком украинским. Боевики активно используют запрещенные минометы и гранатометы во время обстрелов позиций наших бойцов на Мариупольском направлении. Только за сегодняшнее утро противник уже нанес 7 огневых ударов в районе Маринки, Красногоровки и Водяного. С подробностями Станислав Кухарчук. Вот так на военном «Хаммере» мы добираемся до позиции морских пехотинцев под Лебединским. Из-за оттепели на легковом автомобиле сюда просто не доехать. Укрепление боевиков сразу за этим полем. Провокации и вылазки диверсантов здесь уже стали привычной картиной. Но ночью правый край наших окопов боевики накрыли из минометов. Ну, минометы так раз бывает в 3 дня. Стрелковые зброи каждый вечер, только темный час настал. Начинают стрелять. Диверсионные группы подходят. Сегодня 23 февраля. У боевиков праздник. На окраинах соседнего с Лебединским Коминтерного они постоянно стягивают технику и артиллерию. Поэтому у морпехов усиленный режим дежурства. Утром зафиксировали вражеского снайпера в балке за полем. Это вот посадки, он уже шарахался. И как таковое, только более эти самые. Только, если же действительно сюда ломануться, так то вот. Только здесь. Здесь мы встретить сможем, как полагается.
Ситуация на Мариупольском направлении только обостряется. Под Маринкой и Красногоровкой утром 6 обстрелов, в том числе из запрещенных минометов. Еще 3 вблизи поселка Водяное, в 2 километрах отсюда. Вогонь вівся безпосередньо захоплених бойовиками населених пунктів Комінтерного і Саханка. В зв'язку з прямою загрозою життю у особовому складу українські військовослужбовці тричі давали гідну відсіч ворогу. Тільки після цього вони припиняли обстріли. Помагай, ось зараз. Пока под Лебединским спокойно, в самом поселке Красный Крест раздает гуманитарную помощь. Село почти вплотную к передовой. Магазины здесь не работают, хлеб привозят раз в неделю. Ольга получила продуктовые наборы и на себя, и на свою старенькую маму. Был магазин, и еще один, а сейчас один только. Хлеб привозят, усе. Главное, что хлеб. Да, не помрем, аби только мирно было, больше ничего не надо. Прошлым летом Лебединская сильно пострадала от обстрелов. Поэтому и местные жители, и военные надеются, что активизации боевых действий тут уже не будет. Станислав Кухачук, Вадим Ривун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Рыльце в муке. Жительница Луганска пыталась ввести в так называемую ЛНР крупную сумму денег. Ехала она в микроавтобусе через пункт пропуска Чугуновка. Вначале собиралась попасть в Россию, а уже оттуда беспрепятственно добраться до оккупированной боевиками Луганской области. 740 тысяч гривен и почти 300 банковских карточек были спрятаны в пакетах с мукой. Сейчас в СБУ выясняют происхождение и назначение этих денег. Кстати, на днях в том же пункте пропуска пограничники задержали жителя Луганской области, который также вернулся. Деньги 850 тысяч гривен. Расписки, профилактические беседы и доносы. Документы 70-х годов потрясли Польшу, особенно их фигурант. Болик, такой была кличка Леха Валенцы, героя страны, завербованного коммунистическими спецслужбами. Эта история может стоить ему не только доброго имени. Подробнее расскажет София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Человек, победивший на своей родине коммунизм, президент и нобелевский лауреат. О нем даже фильм сняли под названием «Человек надежды». Но каковы бы ни были заслуги Леха Валенцы, на них всегда падала тень 70-х. Он и сам признавал, работая мастером на гданских судоверфях, согласился сотрудничать со службой безопасности. Но одно дело слухи, другое вот эти бумаги. О них знали немногие, в основном подозревали, а вот увидели, когда в конце прошлого года умер генерал Кищак, правая рука Войцеха Ярузельского, министр внутренних дел Польской Народной Республики. Вдова генерала решила продать Институту национальной памяти его архивы. Как позже призналась, не ведала, что творила. Вы передали документы с аутентичной подписью пана президента. Вы знали об этом? Я не знала, что в документах, но потом нашла записку от мужа, что этого человека надо охранять, потому что он герой Польши. Я сглупила и отдала это все раньше времени. Две толстые папки генерал мог хранить для подстраховки. В независимой Польше его не раз судили за введение военного положения в 80-х и расстрел протестующих шахтеров в 1981 году. Теперь папки-талисман – всеобщее достояние. В персональной папке на двух страницах находятся доносы сотрудника СБ, подписанные псевдонимом Болик, и документ о согласии на сотрудничество с именем Леха Валенцы. Сам бывший президент говорит, кто-то вздумал переписать историю. Это война. Хотят просто нового героя сделать, кого-то другого из моего окружения. Скандал оживил польский политикум. Националисты предлагают переименовать аэропорт, названный именем Валенцы, Гданьске, и забрать деньги, полученные за Нобелевскую премию. Но есть одно «но». Денег лауреат на руки так и не получил. Валенца их сразу перечислил на благотворительность. Собственники аэропорта тоже не собираются ничего менять в названии. К тому же в тех самых документах указано, что Болик, несмотря на профилактические беседы, под конец сотрудничества стал все жестче высказываться о советской власти и ушел из-под контроля. Этот человек сегодня символ. И не только польской свободы и независимости, но и того, что свободу и независимость не всегда творят святые люди. Но главное, что все-таки творят. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Викиликс продолжает разоблачать. В ночь на вторник на сайте организации появилась свежая порция секретных документов. Кого и когда прослушивало агентство нацбезопасности и что узнали его сотрудники, расскажет Татьяна Лагунова. Сирия, борьба с ИГИЛ, беженцы. Казалось бы, о громком шпионском скандале между Европой и США начали понемногу забывать. Но не тут-то было. Разоблачители из WikiLeaks снова напомнили. Большой брат следил за всеми.
На сайте WikiLeaks свежая порция секретных документов. Они не оставляют сомнений. Агентство национальной безопасности, не стесняясь, прослушивало телефонные переговоры лидеров других стран и организаций. Например, 8 лет назад беседу канцлера Германии Ангелы Меркель с генсеком ООН Пан Ги Муном. На сайте выложена детальная расшифровка. Речь шла о борьбе с глобальным потеплением. Слушали американцы и разговор Ангелы Меркель с тогдашними премьером Италии Сильвио Берлускони и президентом Франции Николя Саркози в 2011. Политики обсуждали экономический кризис в Италии. WikiLeaks цитирует также переговоры Берлускони с Беньямином Нетаньяху за 2010 год. Израильский премьер просил коллегу помочь ему наладить контакт с Бараком Обамой. Насколько достоверна эта информация, сказать сложно. Политики, которых прослушивали, пока не собираются подтверждать либо опровергать разоблачения. Тем более, что с тех пор прошли годы. Куда актуальнее, например, в Германии сейчас совсем другая тема, тоже связанная со шпионажем. Власти страны разрешили правоохранительным органам использовать так называемый федеральный троян. Эта программа позволяет в режиме реального времени следить за общением пользователей в интернете. Например, читать чаты и электронные письма, либо слушать разговоры в скайпе. Но только в исключительных случаях. Немцам, у которых чистая совесть, бояться нечего. Чтобы использовать троян, правоохранительные органы должны будут получить разрешение суда в каждом отдельном случае и доказать, что под угрозой жизни и здоровья людей, либо государственная безопасность. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Новые правила для пассажиров самолетов. Теперь на борт запретят брать литий-ионные аккумуляторы. Норма вступит в силу с 1 апреля и будет распространяться только на багаж. Телефоны, зарядные устройства и фотокамеры разрешено перевозить в ручной клади. Литий-ионные элементы легко воспламеняются и могут стать причиной пожара. Недавно воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку именно по этой причине. Кто приправил пластиком шоколадные батончики, где жизнь покажется раем, и чем собирается заняться Роналду на футбольной пенсии? Об этом не только в нашем обзоре. В Японии самолет загорелся во время взлета. Инцидент произошел в аэропорту Титосе. Из-за повреждения двигателя дым проник в кабину. Пассажиров эвакуировали через аварийные выходы по надувным трапам. Незначительные травмы получили 3 пожилые женщины. На борту Боинга находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. В Брюсселе водитель заехал на машине в метро и проехал по рельсам несколько станций, пока не застрял на одной из них. Движение в подземке тут же остановили, а на место происшествия прибыла полиция. Выйти из машины водитель наотрез отказался. Пришлось силой его доставить в участок. Там выяснили, мужчина пьян. У горе-путешественника отобрали права. Шоколад со вкусом пластика. Батончики Марс, Сникерс и Милки Вей массово изымают из продажи. Сначала об этом объявила Германия, а следом за ней аналогичное решение приняли в 55 странах. Пойти на такой шаг производитель был вынужден после того, как в одной из шоколадок обнаружили кусочки пластмассы. Покупателям обещают вернуть деньги за уже купленные батончики. Вена – лучший город для жизни. Австрийская столица в 17-й раз возглавила рейтинг самых комфортных мест обитания. Специалисты проанализировали политическую стабильность, здравоохранение, уровень преступности, транспортные условия. В топе также Цюрих, Окленд, Мюнхен и Ванкувер. Киев на 176-м месте. Завершают список Багдад, Сана и Дамаск. Криштиану Роналду примеряет роль кинозвезды. После завершения футбольной карьеры нападающий мадридского Реала решил стать актером. Впрочем, получить сразу главные роли в большом кино не рассчитывает. Мол, сначала опыта наберется, а там видно будет. Роналду снялся во многих рекламных роликах. А прошлой осенью в прокат вышел фильм о жизни футболиста. Детеныш гориллы родился в зоопарке Бристоля благодаря кесареву сечению. Из-за высокого давления у роженицы ее пришлось экстренно оперировать. Для этого вызвали настоящего гинеколога. Сейчас мама Кера и малыш восстанавливаются. Подобное хирургическое вмешательство у горилл – большая редкость. Во всем мире провели менее 10 таких операций. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хороших вам новостей и до встречи завтра.